как-то раз в вечерний час я оказался наедине со святителем Иоанном Шанхайским. Он подошел ко мне, стал со мной разговаривать и расспрашивать, как я поживаю, как в школе учусь. Он живо интересовался всеми моими делами. Это продолжалось от силы минут 5. Но вот чего я никогда не забуду, это взгляд владыки Иоанна. Его темные глаза словно обнимали собеседника, словно проникали в самую глубину души. В его глазах было столько тепла и любви, что чувствовалось, ты для него сейчас самый главный человек. И это незабываемое впечатление. Много лет спустя я читал воспоминания о святителе Иоанне Шанхайском, и автор воспоминаний писал то же самое про его глаза. И когда я это читал, понимал, о чем автор говорит, потому что пережил то же самое.